Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить контейнерную площадку длиной 7,5 метров с отсеком под крупногабарит. Подготовили нам вот такую плиту. Не совсем ровно, конечно, но бывало и хуже. Каркас будет серенький, обшивка зелененькая. Что из этого получится, посмотрим, покажем. Каркас контейнерной площадки мы практически поставили. Не хватает подпорных столбов. Сейчас ее закрепим, заднюю стенку, поставим опорные столбы, тоже их заанкерим и зашьем заднюю стенку проплистом. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня контейнерную площадку длиной 7,5 метров. Ширина у нее идет 1,5 метра. Есть отсек под крупногабаритный мусор, КГМ так называемый. Каркас у нас сделан из профильной трубы 20 на 40. Основная арка подпирающая 20 на 20. Арки в виде ферм. Опорные стойки из трубы 40 на 40. Обшито все профлистом. Цвет зеленый, мох, если я не ошибаюсь. Закреплено все анкерами к бетонному основанию. Цвет каркаса серенький. Поликарбонат тоже зеленого цвета. Крепится на термошайбы. Вот так вот данная контейнерная площадка выглядит, так скажем, с тыльной стороны. Торцы у поликарбоната защищены торцевым профилем. А задняя стенка обрамлена уголком, чтобы не царапать руки, ноги. Да хоть что-нибудь не царапать. Отличная контейнерная площадка у нас получилась. Будет долго служить и радовать своим внешним видом жильцов новостройки. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!